В моих руках вот такая вот блесна, вертушка. Это Немо. Именно здесь 26 грамм. И сам лепесток двойка. Сейчас посмотрим поближе. И вот как она выглядит. Довольно симпатично. Покраска хорошая. Такая вот рыбка. С обратной стороны здесь так чисто. А вот с этой вот ребристо. Давай смотреть, как он играет. Моментом заводится, просто с полоборота и сразу же идет. А по забросу, в моем случае 27 грамм, в облака, метров 50 как минимум кинул. Не сильно упористый, за счет лепестка двойки. И что позволяет ловить универсально, как щуку, так и окуня. Не говоря уже за головлей, язей и остальных белых хищников. Но как играет он просто изумительно. И что самое интересное, когда падает, сразу же подъем и буквально с полуоборота опять заводится. Лепесток довольно красивый. Это лучшая приманка для ловли хищников, такие как щука, окунь, судак и также голавль, жерех. Единственная проблема, с которой сталкиваются любители ловли на вертушку, это ее доставка на значительные глубины, где подчас держится крупная рыба. Новинка, произведенная компанией Aqua и получившая название Немо, легко справляется с этой задачей. Лепесток блесна в форме комет, широкой формы лепестков, в отличие от той же Агли, имеющую отклонение от оси вращения 45 градусов и большим лобовым сопротивлением. Справедливости ради следует отметить, что оно несколько изменяется в зависимости от скорости проводки. Именно эта особенность, то есть очень широкий диапазон допустимой скорости движения, при которой сохраняется безукоризненная работа блесны. Что интересно в данной приманке, то что благодаря петле для крепления лески, перенесенной в центр блесны, позволяет использовать приманку не только для горизонтальной ловли, кастинга или троллинга, но и ловли в отвес. Как летом с лодки или с крутого берега, или мостиков, так и в зимний период с лунки. Внешний вид блесны – это качественная имитация толстенького упитанного малька рыбы. Вращающийся лепесток в задней части блесны, соединенный с корпусом вертлюгом, не только привлекает подводных обитателей, но и создает заметные гидроакустические колебания, приманивающие хищников с дальнего расстояния. Выпускается в трех типоразмерах, что позволяет при правильном выборе модели облавливает все горизонты глубин, от поверхности водоема до самого дна. 5 различных расцветок для различных условий освещенности и прозрачности воды позволят вам подобрать оптимальный вариант для конкретных условий ловли и сделают блесну максимально заметной для рыбы. Все блесна оснащены высококачественными японскими тройниками Ultra C. Безупречная заточка, которых не оставит рыболову без лова.